Всем здорово! Вы на канале Коля Торч. В общем, сегодня карьера игрока, первая часть. Не надо то выбирать клуб, в котором нам будет нужно будет выйти в основочку. Торонто. Тут будут шансы развиться, да, и идем в МЛС. Где-то карьерочка за кадр будет карьерка за старперов. Даже может быть зависит от ваших лайков. Прокачиваем у нас атаку. Точно штраф. Хотя, блин. Стой. Стой темп. Не хватает, ладно. Чем темп? Ну все, теперь у нас есть скорость. Архетип, ну, серия голевых пасов. Я не активировал, ну ладно. Это все потом. Но сейчас у нас будет первый матч в запасе. Я знаю, почему я выиграл. Ну, ой-ой-ой-ой-ой, а мы проигрываем. На 76-й минуте нас пропускают. И сейчас посмотрим, на что мы способны. Может, нам поможет скорость какая-нибудь. Мы же прокачивали скорость только что. Так, задание. Оценка не ниже 6,5. Сделайте передачу 3 штуки на половине. Голевая или голевая. Так. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я вот таким кадром вот тут играю. Нет, наверное, надо кадр поменять. Даже как-то непривычно. Блин, серьезно? Я только настройки сразу пропустили. Так, а? Да как так-то, а? Ну, блин, пожалуйста. А вот тут можно разыграться. Хорошо можно разыграться. Ой-ой-ой. Ну, блин, надо было как-то пас отдавать, что ли. Может, Асиса отдал. У нас как раз задание. Гол или голевая. Блин, 10 минут. Гол и голевая. И одна передача на половине. А голевая. Нам просто надо дать голевую. Ой-ой-ой. Это желтая. Давай. На меня, кстати, летело. Блин, ну отдай пас назад этот игрок соперника, а? Сейчас бы забил бы такой глаз. Я... Надо пушку забрать. Ой-ой-ой-ой. Хотя бы... Ну капец. Вратарь еще куда-то побежал. До конца игры 7 минут. Фола нет. Хоть там фол был. Серьезно? Ура! Хоть один раз. Ой, вот, все, первое полезное действие в исполнении нашего вратаря. Только пропускал так.
Нет, нет, нет. Ошибись на весе. Блин, даже на вес не сделал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну быстрее, можно. Как-то, ну да нет, а. Ну вот, я там стою, блин, как, ну, куда ты, блин, кому? Сейчас еще на нарушение авторских прав не сделаю в этом видео. Или нет? Не знаю. Мы стрим часто как-нибудь запустим. Больше лайков, чем... Больше стрим. Да, азар. Который стоит там спиной. Как вам, кстати, моя новая студия? Мне понравится. Или понравилось. Ну, ладно. Это не важно, главное сейчас не про... Хотя ладно, это важно на самом деле. Потому что я на самом деле ее обустраиваю. Сейчас перед кадром. Потом, может, еще как-то еще. Я не говорю. Да я так сам думаю сейчас. Ура! Тут погоди. Погодите, надо это. Комментатора выключить. Меня же должно слышно. Все, нормас. Да, все, звука даже нету, отлично. Теперь слышно будет меня. О, я один из лучших игроков матча. Вот там этот в МЛС, который Игуаин играет, да? Плюс 5. Блин, я пас не сделал на той половине поля. Ой-ой-ой-ой-ой. Пойду на тренировки, мои первые тренировочки. Дриблинг, наверное, нам надо прокачать удары. На и штрафу, да и пенальти вратарем, наверное. Давай, погнули! Тренировочки. Ну ладно, это не важно. 1, 2, 3, 4, 5. Коля тоже забил опять. Кстати, угадал. Уи! Хотя, пока он там откликается, можно в пушку ударить. И еще одну, пока он там откликается. Хорошо. Но эту мы тренировку уже на А прошли. Эй. Хотя надо еще один гол забить, чтобы было Эй. А. Пожалуйста. Бесконечностный предел. Я не хочу 3 раза проходить это. Ладно, не прошел на Эй. Но все равно хорошо, что тут есть. Тут можно 3 раза повторить. Вот. Вот сейчас. Ну, блин, ну не читерство. Раз так можно, так можно. Уи! О! Это было странно, кстати. Вратарь постарался офигенно. И пиу! Нифига себе. Пиу! Нифига себе. Пиу! А, что мяч не полетел. Что-то мяч остался. Ладно, дальний удар, вы издеваетесь. А, я же сам это убирал. Так. Да блин, я вообще же ничего не нажимал. Идите. Хорошо. А. Хорошо. Хорошо.
Нет, нет, не быстрее. Да блин, камон. А, не надо. Хорошо. Да капец, блин, я запутался на ногах своих. Вверх. Надо. Что же вы издеваетесь, что ли, а? Бесконечно этим предел. Надо хоть брать. Хорошо. Молодец, хотя бы собрал. Хотя может. Алё, кто? Да. Эй, сюда. Кстати, вам подсказка. Надо бить там пенальти. Потом вот так. Отлично. Ой-ой-ой-ой. Хорошо. Да капец, ты как это вытащил? А, запутал. А, понял, запутал тебя. Отлично. Какая пушка вот туда-то была. Ой-ой-ой-ой-ой. Можно, можно. Хорошо. Хорошо. Нехорошо, плохо. Ну офигеть, как сэвишь-то, а? Да ты издеваешься, кипер. Хорошо. Хорошо. Плохо. Хорошо. Ну, блин, не очень, конечно. Ну, нормально. Второй левел. Есть. Будем тратить наши очки навыков. Так ты немножечко. Это и вот так. И вот так. Все отлично. 71 должно быть. Почему 70? Я не понимаю. Посмотрим, выпустил, а? О, упа. Голубь, серьезно. Нифига себе уже. Длинные ролики тоже бывают. Особенно на сур. Так. Блин, так непривычно. Это волна была, кстати. Коля-точ. Это типа, понимаете? Это типа Коля. Ой-ой-ой, нифига себе, какой быстрый. Да штрафную зарабатываю. Вот сюда.
какие, кстати, у меня задания. Окей. Нифига себе, как вратарь плохо сыграл. Ну что это? Ну реально, что это? Ну блин, был хороший. Вратарь что сделал, без понятно. Вообще странно. Уже все задания пока выполняю. Да, задания выполнил. А что, 15, как минимум, будет. Второй мяч мой, кстати, которым я забил. Ай, жаль, что в первом матче не забил, а. Жаль, что это не товарищеский матч, может там какая-то легкая команда. На втором-то можно и Лептодорс, в принципе, взять. Ой-ой-ой-ой-ой. Побежал, свеженький, спокойненький. Двушку забил уже. Угадал. Вон задачка вот там. Найдите. Вот знаете что? Колесо фортуны. Оно тут спрятано. Весь ролик будет. Все выполнил. Мышку забил. Володар облагала. Это нормальный результат. А действительно, кстати, неплохо. А действительно, кстати, реально неплохо. Да ладно. Да блин, у меня смех как-то выходит. Хорош. Да что это такое нафиг? Что это? Хорошо, Вася. А вы сибирский. Только тут на это не хавай из Новосибирска. Новосибирска. Ну ладно, вы поняли. В общем, второй раз мне просто не получилось, а так-то я притворялся. Я второй раз не притворялся, ну, а если сам себе еще забью, офигенно будет, да? Хотя трик так будет. А если? Ну ладно, так будет. О, вопрос. Кто из этих футболистов не получал золотой мяч? Кройф, Роналду, Зубастик или Неймар? Ответ в комментариях, если они только будут включены. А то часто бывает, что они отключены какого-то фига. Ой-ой-ой, вот это повезло. Не, вот туда. Да, хоть нормально. Николич. Это Марко не выглядит, что ли? Что похож. Нифига себе, какие там ножницы были. О, нифига себе. Вот такие неплохо. Частушки от меня. О! Опа!
опа. Да что ты? Опа, опа. Хэт-трик почти забил я. Мог уже покер забить, но не смог я это сделать. Ла-ла. Опа, опа. Третий мяч. Да блин, не могу чисточки подходящие спить. Опа, опа, хэт-трик, вот это расшата. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Крутой Коля, тот всегда. Кто заметил, оказалось, сегодня это просто Коля, тот. Потому что сегодня забил целую трёшку. Это мой вообще дебют. Я уже лучший бомбардир предсезонного турнира. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не лучше сушки, ну ладно, допустим. Типа, как тебе сушки? А, все сушки ЖЖ. Ну это прям, ну правда. Ой-о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 й. Осворот. Под борьбу мне не давай, мне га. Я не мелкий. А там Элкин, метр 72, кстати, у меня рост, я тут настроил. Да и хуй, 52 кило настроил. Карьерочка на игрока. А да вратарь ты дурацкий, я на ворота уж побежал. А пес ты вратарь. Помните, кстати, тот рывок Баринова против Атлетика, Ахмати против Атлетика, Мадрид играл? Может, нам даже из России придется переехать? И вы эту штуку больше, возможно, не увидите. Ну, лучший игрок матча, матч видно. Нифига себе. Слайди, блин, запас должен. Блин, до сих пор запасить. А? Это было бы круто. Можно бы. Надо как-то сообщать тренера. Надо купить. Вот копить или купить. Да. Мне 16, кстати. Урок 70. Вполне. Так, мне нужна выносливость. По щепоткам потом подкачаем.
70 за ним выбрал. Слух 75. Ошибся немного. Вот, кто этот играет? Который Поц. Мухтар, да. А, я же в основе сейчас играю, да? Так отлично. Это мой дебют в основе. И... О! Снег. Там, погоди, там же лето. А так это в Европе лето. В нормальной жизни скоро выпадет снег. Нифига себе, какие лонгшоты начали мочи. Так, Оля, тут Мухтар. Хорошо. Это немецкий клуб. Ладно, это не обращательно, футболист. Только в последнее время немножко подболел. Ну, в принципе, все нормально. Ой-ой-ой, ну, ох, блин. Да блин, отдайте мне пас. Фокус на руке, согласен. Я очень круто читаю игру. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот это можно как-то закончить хорошо. Да зачем ты мне даешь? Уж я случайно на крестик нажал по привычке. Ладно. Ой-о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 й. Хорошо. Видите, это я ударил по уходу сам себе. Да? Блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Нифига себе. А вот тут можно побежать. Бежим. Бежим, 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 бежим. Бежим! Так куда? В разрез! Дай! Блин! Серьезно! Я просил пас в разрез! Ой-ой-ой-ой! Давай! Ой-ой-ой! Нормас! Нормас! Сколько я интересно сказал? Ой-ой-ой! Можете посчитать. О! Да блин, не получается! Ой-ой-ой, так как ты сейвишь-то, а? Какие даже Гильермо с Нойером и Тертон сейвят. А вот это хорошо было, это было шикарно. Мы такой гениальный-то, а? А какие у меня задания? Ну, кстати, все пока выполняю. Не сдавать обороты. Все выполнил. Ассист мой первый, кстати. За игрока. Забыл у нас, типа, это нам завели. Ударище! Отлично. Масс. Головой будет.
пендаль что? Нет? Рука! Рука! Я тогда говорил. Ну, я сейчас это была не рука, а был фол. Не только по-хорошему, да и там реально был пенальти. Удар еще! Блин, нормальный дебют достаточно. Хорошо играем. Ах, последний матч. Видос будет длиться долго, но еще недолго. Смотрите, осталось этот матч, когда играем, еще один тайм. Это будет длиться 4 минуты. Дальше будет прощание и все такое. Второй выпуск похож на верится игрока. Я даже немножко, может, подкачаюсь. Дойду до следующего матча, сделаю пару тренировочек, прокачаюсь и вам расскажу. Второй тайм. Ну ладно, ребят, что? Ну, всем пока-пока. Еще. Серьезно думали, что я закончу? Второй тайм. Еще. Хорош! Зарядил-то, а? Yes. Кастелланос? Офигеть, они купили одного парня. Хотя есть тот FIFA 22. Вот он будет стоять. Ну вы поняли, в общем. Такая проблемка вышла, я не ожидал, что. Я думал, поэтому... Да муха ты дурацкая, уходи отсюда нафиг.
все, полетел. Муха. Нет! Кипер! Я сам не понял, что это было, ну ладно. Офигеть. Ну, ха-ха-ха. Ой-ой. Ура! Ура! Халы! 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 Победа! Я перес это! Эй! Нет! Не хочется! Да! 3-1! Я лучший игрок матча. 2+1. Я не как-то плохо играет. Не спасает. Четыре очка навыков, которые мы сейчас потратим. И посмотрим, какой будет рейтинг этого видео. Идем. А гепард у них совсем чуть-чуть не хватает. Дальний удар. Все. Семьдесят два. Всем пока-пока.